республике продолжается фестиваль-марафон муниципальных образований «Страницы истории Башкортостана». Масштабный проект реализуется в год столетнего юбилея республики. 31 октября эстафету фестиваля принимает Янаульский район. В фойе Башкирской государственной филармонии будет представлена выставка декоративно-прикладного искусства «Истории и достижений района». Фестиваль будет сопровождаться зажигательными танцами и песнями, музыкальными номерами в исполнении профессиональных артистов и участников самодеятельных коллективов. Выставки начнут свою работу в 18 часов. Начало торжественной части в 19 часов. Вход бесплатный. Приглашаем выходцев из Янаульского района, ученых, деятелей литературы и искусства, студентов.